80 лет назад, 22 июня, мирная жизнь для жителей нашей огромной страны закончилась. История началась писаться кровью, кровью наших родных и близких. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны к аллее славы пришли представители Законодательного собрания Ростовской области, администрации города Новошахтинска и организации города. Мы должны помнить о таких событиях, безусловно, помнить о тех наших родственниках, дедах, прадедах, которые дали нам жизнь, которые подарили нам победу, благодаря чему мы можем сегодня улыбаться, мы можем сегодня радоваться, жить, воспитывать наших детей. И мы, и подрастающее поколение просто обязаны чтить эту память, и поэтому сегодня не зря проводятся такие мероприятия, и практику такую нужно продолжать бесконечно, пока жива память в наших сердцах. Мы должны, обязаны вот, производить все эти мероприятия, которые мы проводим, память о погибших. И самое главное, для того, чтобы живущие жили долго, хорошо и счастливо. Чтобы молодое поколение не забыло, какую страшную цену заплатили наши предки, чтобы мы жили, историю Великой Отечественной войны необходимо знать с детства. Юные новошахтинцы, воспитанники детского сада «Дружба», посетили памятное место в городском парке. Ведь передать традиции, беречь историю, чтить память наших земляков с раннего детства и есть связь поколений, которая не может быть прервана.